Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу. Пантелеймоновский мост, мост Пестеля, мост через реку Фонтанку, соединяющий остров Летний Сад и безымянный остров в центральном районе Санкт-Петербурга, является одним из самых красивых и интересных в архитектурном отношении мостов города. Вкратце, является продолжением улицы Пестеля до 1923-го Пантелеймоновской через Фонтанку к северной нечетной набережной реки Мойки у Летнего Сада. Образует ансамбль с расположенным рядом первым инженерным мостом через исток реки Мойки. Выше по течению находится прачечный мост, ниже – мост Белинского. Ближайшая станция метрополитена – Гостиный двор. Деревянный мост-акведук, который находился на этом месте, не имел названия. Цепной мост в архивных документах назывался Большой цепной мост через реку Фонтанку у Летнего Сада. До 1851 года мост назывался Пантелеймоновский цепной. Это название было дано по расположенной неподалеку Пантелеймоновской церкви. В 1915 году мост переименовали в Гангутский в память о победе русского флота над шведским в период Северной войны под Гангутом. Однако решение о переименовании не было выполнено. А в 1923 году мост и улица были переименованы в честь декабриста Пестеля, жившего неподалеку, в набережной Фонтанки, дом 24. С 1926 года за мостом закрепилось имя мост Пестеля. Историческое название было возвращено 4 октября 1991 года. Ну, исторически в начале Пантелеймоновской улицы через Фонтанку работал лодочный перевоз. В 1920-х годах мастером Болесом была построена водовзводная мазанковая башня в два этажа и деревянный мост, акведук для питания фонтанов Летнего Сада из Лиговского канала. В 1749 годах его заменили новым в стиле барокко по проекту архитектора Растрейли. Акведук был пышно украшен лепкой, и даже линии арок были вырезными. После наводнения 1777 года, разрушившего фонтанную систему Летнего Сада, акведук был разобран. 26 мая 1823 года последовало повеление царя о постройке одного большого цепного моста через Фонтанку против инженерного департамента. Проект был составлен инженером Третером, помощниками был Поленов и Трофимович. Строительные работы вел инженер-майор Христианович под наблюдением и руководством проекта Третера. Осенью 1823 года было закончено сооружение устоев моста. Все чугунные, конные, железные части были изготовлены на чугунолитейном заводе Берда в Петербурге. И все металлические части моста предварительно подвергались испытаниям на разрыв специальной машиной, которая была сконструирована на заводе Берда. По результатам двухмесячных подсчетов, после открытия моста по нему ежедневно в среднем проходило 8 тысяч человек и проезжало 900 экипаж. Длина подвесного моста была 43 метра, а ширина 10,7. Серьезным недостатком Пантелеймоновского моста была качка. И вот что пишет в своих воспоминаниях художница Остромова Лебедева. Больше всего я любила, когда по нему шел отряд войск. Топанье многих ног придавало мосту какую-то бесподобную жизнь. Ритм его был бойкий, определенный и шутливый. Бывало, идешь по мосту и, не оборачиваясь, уже догадываешься по его качанию, что по нему идут ломовые или идет войско. К началу 20 века интенсивность движения выросла. Появились первые автомобили, пропускная способность старого моста, ширина которого составляла 10,7 метров, оказалась явно недостаточным. Через некоторое время цепной мост решили уничтожить, как пишет Остромова Лебедева. Вместо цепного моста в 1906 году был построен временный трехпролетный деревянный мост. Строительство постоянного моста велось в 1907-1908 годах под руководством инженера Рейнека. В 1957 году по инициативе Ленмортреста произведена реставрация моста, в ходе которой было покрыто червонным золотом 82 метра деталей, включая украшения арок, восстановленные утраченные торшеры моста. Кстати, здесь находится памятник Чижику-Пыжу. При реставрации сусальным золотом покрыто 124 квадратных метра декоративных деталей. Торжественное открытие моста после капитального ремонта состоялось 24 мая 2002 года. Кстати, здесь недалеко, в доме номер 5, жил поэт Александр Сергеевич Пушкин. А в феврале 1838 года в доме на Фонтанке жил Лермонтов. Мост упоминается в сатирическом стихотворении Толстого «Сон Попова». Ну вот и все. Смотрим фотографии Пантелеймоновского моста. Пока-пока, до свидания.